пожаловать. Гляди. Так, давай я тебе твои же травы и продам. Так, кроме зелья лечения, конечно же. До встречи. Моей красотульке отдам. Где она? Здесь-то. Руки чешутся подраться. Конечно, я могу нести много снаряжения. Я не сомневаюсь, девочка. Так, ну у тебя уже нормально так. Таурон 28 и Таурон 28, да? Ты их чередуешь. Понятно. Так, привет, красавица. Тебе от меня что-то нужно? Если понадобится новый костюм, приходи в сияющие одежды. Понятно. Бейрон сказал твое чудно. Вот спасибо. Мне это очень пригодится. Нет, это ужасная зрель. Но скажу тебе по секрету. Бейрон мой муж. Он кузнец в мраке. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Так. Камни зачарования у тебя есть, да? Там заклинание ярости у меня есть. Так. Заклинание колдовства. Мне бы зачарование паралич. Выучить. Во всякой всячине. Тебе всегда рады. Даже не думай. Да что ж такое? Ну соберись. Не хочет, а? Ладно. Да. Так, два замка уровня эксперт. Так, у меня получится. Ух ты, эльфийский боевой молот. Вот это уже прикольно. Обыграет, обыграет, не волнуйся. Что тебе нужно, друг? Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище.
Так, твой же молот тебе продаем. Обязательно. Просто обязательно. Зато сейф практически легко открывается. Так, тут обычная одежда. Кран какой-то, что за кран? Девочка, отходи, ну отходи, блядь. Надо, короче, ребят, реально химию тоже прокачивать. Нужно будет такие яды делать, это просто пипец. Главное рецепты знать охренительные. Наносить их на оружие и все, и жопа всем. А я думал, что искатели приключений должны выглядеть круто. 5-6 рецептов выучить, которые мне нужны, которые охренительные. И все. Так, наверное, подождем мы, когда день наступит. Говорят, стражи рассвета возрождаются. Это охотники на вампиров или что-то такое? Обосновались в старом форте возле них. Так, это местные лавочники, да? Я великий жрец восьми богов. Быть может, найдешь пару минут и сбегаешь в форт по моему поручению. Как твоя продажа? О, очень живо. Когда выпадет снег, восточно-имперская компания задержала партию специй, принадлежащую мне. Хорошо. Как только управишься с дельцем, возвращайся ко мне. Да, по тайному семейному рецепту. Единственное, все, что есть, все на прилавке. Удачи тебе. Нынче путешествовать по Скайриму опасно. Да благословен. Пеное яблочко не желаешь? Может быть, помидор или капусту? Да вот, погляди. Так, здесь обычные ингредиенты. Так, вот еще один. Рыба. Где ты ловишь рыбу? В порту. Там есть несколько рыбных мест. Вы с дочерью были на казни? Я пытался объяснить ей, что Рогвер сделал. Ну да. Вообще ребенку там бы нечего было делать. Если чё. Так, это, короче, я помню это. Местная кузница. Так. Тут я был. Ну что, кузнец, как дела? Кажется, требованиям имперт твои деньги дадут, обещаю. Ты никогда не пожалеешь о своем решении. Только лучшее оружие и броня. Так, хорошо. Молоток. Плоскогубца. Понадобится оружие или броня, кузня всегда работает. Так, вон сколько я всего могу создать. А стрел нету, потому что мне надо эти, скажите мне, и я скажу.
Ой, хотел быстро сказать, господи. Полина. Текс. Ох, нифига себе, у меня перегруз. Так, это типа молоток, да? Слушай, дай я поточу, дружище. По-братски, по-братски. Спасибо. Так, я, короче, нихера себе секирку зачаровал. Так, двимерский лук, легендарный урон 48. Посмотрите, какой я уже могу лук создавать. Нормально, да? Эбонитовый молот. Урон 28. Так, двемерский лук. Продаем. Так, щит продали. Раз, два. Кстати, вот эту хрень, Не, я ее продаю. Это какая-то шляпа. Береги себя и всегда носи доспехи. Что это? Сейчас, наверное, еще наверняка один раз прокачаем кузнеца. Практически все необходимое. Сильно не убудет, а кузнечное дело я еще прокачаю. Может уже до соточки добить, а? Абонитовый слиток, сердце Дайдра. Сердце Дайдра, где брать, интересно? Так, а ну-ка, дай-ка я поточу чуть-чуть. Так, стой, дружище, я ж тебе это все продаю. Кажется, тебе сейчас денежек много. Походу, я в ноль уже стал уходить. Потихоньку. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, не сказать, что прям в ноль. Заходи, ну, практически в ноль. Так, знаете что, я сейчас прогуляюсь все-таки в Рифтон и легкую броню качну чуть-чуть, немножечко. Это надо сделать.
Everything alright, don't worry, be happy. Так, девочка, а, блять, у меня паралича нету, сука. Придется сюда прогуляться. Кстати, а что там? Последующая способность — карман краш. Проказник. Вы можете красть экипированное оружие, если жертва спит. Похер. Так. Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты. Дай мне паралич, дружище. Страха, слабый яд. Блять, нет, а? Да-да, прощай. Дружище, дай мне, пожалуйста. Яд паралича мне нужен. Сука. Страха, магия, огня, электричество, яд. Вирулентный яд. Да-да. Сука, чё ж мне так не везёт? Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты. Наконец-то. Да-да, прощай. Наконец-то, дружище. Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты. Да-да, так, все, ладно. На два уровня мне хватит. Так, 7 утра, да? Так, где моя девочка с легкой броней? Хотя не, ребят, я все-таки буду учить алхимию. Сейчас надо алхимию выучить. Так, паралич взяли. Возвращаемся в Solitude. Учитель алхимии я нашел одну. Хотя в Рифтоне тоже, по-моему, есть. Да хрен бы с ним. Я видела тебя на казни Рокли. Грустно, но казнь. Жуткое дело. Будь у нас мир, моя тетушка не волновалась. Ты действительно не знал. Он позволил Ульфрику Белевестнику бежать из... Большинство, если же тебе не интересна музыка и ты не хочешь выпивать... Ну, по крайней мере, ты можешь болтать с Кортом. Он знает все свежие сплетни. А? Новые люди, новые города. Так, алхимия, по-моему. Вот она, да. Так, девочка. Ты ж меня сможешь, алхимия? Я просто травница. Пламя просто не сможет тебе помочь. Приходи ко мне. Морфл. Морфл. А где этот Морфл? Так, значит, в Морфле, да? А где этот Морфл? Ага, вот он. Ладно, давайте туда прокатимся. Конюшни есть. Сбегать недалеко. Говорят, стража рассвета возрождается. Мне нужен. Это охотники на вампиров или что-то такое. Основались в старом форте возле рифта. Может, и мне стоит к ним пойти, а? Блять. Придется давай рано топать, а там уже ехать. Где эти конюшни, блять?
Дружище, поехали в Морфу. Подвезти. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчалим. Ну, пошла. Let's go to the party. Поехали, дружище. 20 уровней, 20 на 5, это как раз соточка, да? То есть к 70 уровню у меня алхимия должна быть прокачана, даже к 68, если не ошибаюсь. Так, а вот и Морфол. В легких доспехах и ходить легко. Во имя богов. Блять, опять дракон, вот сука, как ты это трахал? Да, веселуха. Дракон, иди сюда, сволочь. И валим, валим, валим. Ой, беби, отлично. Я видела смерти. Охренеть. Так, драконья кость. Драконья чешуя. Так, надо в доме все в рифте не будет сложить стальной боевой молот нахер. Что на три жизни? И все же мне никогда не наскучит добрая схватка. Ты что об этом думаешь? Еще один крик. Так, ага, здесь можно второе слово, да? Ну что ж, хорошо. Так, здесь пока в здание заходить не буду. Я потом в этот город наведаюсь. Сейчас мне нужен учитель алхимии. Ага, вон он там, этот домик, точно. Напротив лесопилки, помню, помню. А он, по-моему, это девочка, которая меня и научит. Стой. Если тебе нужны алхимические препараты, я постараюсь достать. Если, конечно, думаю, я могу тебя... Потренируй меня. Так, спасибо тебе, девочка. Так. Раз, два. Так, подожди, подожди, подожди. Смертельный яд паралича. Смертельный, естественно, я не буду ей вливать. А вот это нормально. Вставай, вставай, девочка, вставай. Хорош валяться.
Так, пока она берет, конечно, очень мало, но... Ладно, ничего страшного. Так, возвращаемся в Solitude. Так, подождем, наверное, когда утро настанет. Обойдем уже весь город, ребят. Посмотрим, что где. Подайте, септик. Говорят, стражи рассвета возрождаются. Так, лавочников я уже был. Так, ну что, смотрим дальше. Если захочешь снять эти лохмотьи, заходи в сияющие одежды. Если понадобится новый костюм, я была без страха и неоправданно много рисковала. Много рисковала. Так, а что это? Холл мертвых. Это еще что за х? Так, это святилище, понятно. Ух ты! Халява, плиз. А почему его называют холл мертвых? А, ну это скорее всего как церковь рядом с кладбищем, да? Девочка, может ты меня пропустишь, а? Ну хоть куда-нибудь, пропусти уже меня. Здрасте. Пусть дарует тебе милостивый Аркей долгую жизнь. Это ты о Рогвере? Да. Я буду всю жизнь. Я верю, что мой долг защитить это место у этого города. Книги могут о многом рассказать. Пусть все эти прекрасные... Так, ладно, дружище, я тебя понял. Веселые песни, можешь не продолжать. Полон тьмы, говоришь? Давайте посмотрим, что там в холле мертвых. Мне прям интересно. Душ можно будет забрать, да? Древний двуручный меч. Древний. Так. Короче, ладно, тут пока ничего больше не вижу. Угу. Теперь сюда. Под... С оружием наготове, не мудрено занервничать.
А, это я, значит, отсюда вышел, я понял. Так, ну, собственно говоря, я уже практически весь город обошел. А это подготовительная, короче, сейчас это самое. Много путников просто исчезли. Все. Походу, ребят, вот это последнее здание осталось, да и все. Ну, здесь я, походу, уже все открывал. Хотя вот это зелье, может быть, не брал. Ну и ладно. Это не страшно. Так. Здравствуй, уважаемый, ты кто? Чего ты злишься так, а, дружище? Не, кажись, я тут был. Все-таки был. Да. Зелье регенерации. Ух ты! Хорошо. Так, все, текаем отсюда. Так, а с подвальчика я ж пришел, да? Да. Ладно, уважаемый. Сейчас подожди, уважаемый. Блять! Так, сейф, подождите. Я, наверное, не засейвился. Когда сейф обчистил. Блять, где? О. Все, ладно. Пошлите отсюда. О, свалил. Валил. Так, ну что я могу сказать? В принципе, город полностью осмотрен. Дом Адама. Вот это, может быть, единственное здание, в котором я еще не был. Слушайте, какая тут красота. Посмотрите, какой вид. Можно тупо просто стоять и любоваться. Неплохо сделано. Очень неплохо. Так, ну здесь нужен ключ. Я не знаю, как сюда попасть. Это, кстати, по-моему, дом, который я могу купить. Если чё. Неуважение к закону, неуважение ко мне. Так, хорошо. Солитьют. Готов. Давайте в Морфал теперь тогда. Прогуляемся. Причем этот город не такой уж и большой. Можно хотя бы просто его осмотреть, познакомиться с жителями. Только единственное, наверное. Подождем утро. Тебе нужно было видеть меня в разгар моей карьеры искателя приключений. Я благострашно и неоправданно много рисковал. Но в этом... Гардхаус. Дом стражников, да?
Что ж такое, глядь, все заперто. Дом Аллы. Интересно, что это за дом? Нихера себе. Люди здесь работают из последних сил и совсем не развлекаются. А ты что тут делаешь, девочка? Прикалываешься? Вот мне интересно, что это было. Она, походу, ведьма какая-то, да? Да, 100% она просто тупо ведьма, поэтому... Поэтому, короче говоря... А я ее типа спалил. Вот тебе и раз. Фейлионс хаус. Дом Фейлиона или Хейлион, не знаю. Так, красавчика нет на месте, так что камешки душ я, наверное, заберу. У этого красавчика подвала нет. Зато есть две полезные книженцы. Вот смотрите, ребят, зелье зачарователя. То есть, что я могу сделать? Я могу херануть, допустим, зелье зачарователя. И создать еще более... крутую зачарованную штуку на повышение алхимии. Потом я повышаю алхимию, создаю еще одну зелье зачарователя. Еще повышаю, еще. И так до плюс бесконечности. И, скажем так, я могу создать зелье, допустим, зачарование, которое повышает эффект зачарования там в 100 раз, в 200 раз. Потом зачаровываю какой-нибудь лук на паралич на пару часов, и все, и я просто параличом выношу всех красавчиков в округе. Мне ни скрытость не нужна, ни стрельба из лука так особо, скажем так. Так, мне, наверное, не стоит этого делать, но я все-таки попробую открыть здание охраны. Нихера себе, сколько у них эля. Так, ну ребятки все равно спят, пусть отдыхают. А я пока гляну, что у них в сундуках. Ах ты вари. Да иди ты нахер. Сейчас, спи давай. А чё они дрыхнут средь бела дня? Вот это мне непонятно что-то. Как ты меня затрахал? Так. Ой, здравствуй, уважаемый. Так, он меня не видит. Говорят, стражи рассвета возрождаются. Не трогает меня.
Не трогай, ты хорошо. Такое. Обосновались в старом форте возле Рифтера. Может, и мне стоит к ним пойти? Не знаю, дружище. Подумай. Надо тебе это, не надо. Так, рулон бумаги. Ладно. Чувак, не скучай. Ну, видите, ребят, он думает, что если я сюда прошел, значит, меня те сверху пропустили. А те сверху дрыхнуть, я их всех обокрал уже, блядь. Так что валим отсюда. Нехер спать среди бела дня, блядь. Так, мне нужно прокачать алхимию. Ты отличаешься от других, верно? Здравствуй. Уходи немедленно. Так. Если стражники Вайтрана могут победить дракона, то мы-то подавно. Если у тебя какое-то дело к Ярлу, то сперва тебе придется поговорить со мной. Не двигаться! Приказ Ярла! Угу. Ладно. Чтобы Идград не тратила время зря. В чем вы спорили около дворца? Последнее время в Морфале неспокойно. Люди тревожатся, они утратили уверенность. Им нужен Ярл с твердой рукой. Ярл отдал награду тому, кто победит дракона, наводящего ужас на окрестности. Вот здесь все подробности, взгляни. Ходят слухи о восстании против им. И потом эта трагедия. Людям просто нужны слова утешения, что все будет хорошо. Морфал на вид тихий. Надеялись здесь. А теперь кое-кто беспокоится, что этот колдун Фалеон все испортит. Да, и нас учит. Добрая сква. Убирайся от меня. Многие люди досаждают моей жене своими мелкими бедами. И даже не вникают в те советы, в этих стенах ты будешь относиться к Ярлу Идград с почтением. Договорились? Несомненно. Да, все хорошо. Так. Тамриэль полон мудрости и магии. Морфал, есть проблема? Некоторые боятся наш. Время докажет, что я была прав. Я на той же стороне. Сейчас не время ссориться между собой. Темные времена наступают. И в скорости скорее. Так, не дает она мне квест никакой. Легионам всегда были нужны сильные и ты об этом, нордские короли. О, к сожалению, у нас сейчас слишком, но можешь не сомневаться. Мы положим конец этому бунту. Думаешь, у тебя, честно говоря, в Легионе каждый человек еще. Если ты серьезно, тогда иди в Солитьюд. Но тебе нужен не он, а легат Рикки. Не уверен, что понял вопрос. Наши гарнизоны расставлены по всем. Над Скайримом сгущаются тучи, и скоро Легион будет востребован, как никогда ранее. Но мы готовы. Мы всегда... Ну да. Да, такой небольшой дворец, потому что это даже скорее не город, хотя он, видимо, имеет статус города. Это больше как деревенька, но со своим ярлом. Как бы это удивительно не звучало. Тут, походу, прислуга, да?
Так, последняя комната. Так, ни джинсы, ничего особенного. Так, отмычки идут нахер. Так, все, посетили местный дворец, идем дальше. Ох ты, ёптва. Это что такое сейчас? Хорошо, а, ну это тот дракон только. Что он тут делает, непонятно. Еще одно дерево магии, или как оно там называется? Кажись, что так. Я лучший воин Морфола. Хочешь, докажу? Ставлю 100 золотых, что я тебя голыми руками забью. Да ладно. Я тебе верю, дружочек. Иди к черту. По мне, так без волшебника в городе было бы туда лучше. Трактир, да? Новое лицо. Для чего радостное зрелище в старом унылом Морфоле? Добро пожаловать. Добро пожаловать, Вереск. Привет, красотулька. Если тебе что понадобится, только кликни. Как же здорово, когда Лурбуков. Что с этим морком? Будь у меня много посетителей, я бы волновалась, что он их распугает. Как идут дела? Никто. А уж теперь, скажем так, парадный дверь. Ищешь Фолеона? Иди лучше докучай этим магам в Винтерхолде. А брата моего оставь по... Дом Хрогера? Так жаль его жену и ребенка. Большинство горожан теперь даже не приближаются к пепелищу. Боятся этого проклятого. Хрогер утверждает, что огонь пошел. Как начался пожар? А некоторые говорят, что Хрогер сам. Так говорят. Жена и дочери внутри. Он теперь живет с Алвой. И переехал он к ней. Как-то неправильно съезжаться с новой любовью через день после того, как твоя семья сгорела заживо. И само собой, они не могут доказать, что он их убил. Хочет знать наверняка, виновен ли он. Возможно, даже заплатит, если удастся что-то выяснить. Так. Может, еще свидимся. Неужели он реально убил жену и ребенка? Чтобы уйти. Мне особо нечего. Но если хочешь переночевать на сухой постели, я могу сдать тебе комнату. Никогда не думай. Питье для жаждущих. Ладно. Пища для голодных. Все правильно. Все верно. Красотулька, ну блин, ну пусти меня, ну. Вот станет в проходе и все, хоть ты что с ней делай. Ой, блядь, куриные мозги. Блядь, ну нахера я его взял, сука. Хотя он стоит 7 рублей, ребятки. Если чё. Я, видимо, на цену внимания не обратил. Да, вот так пожар. Вот так пиздец пожар. О, заходи. Надеюсь, у меня здесь есть то, что тебе нужно. Ты не знаешь, где... Дай книжку почитать. Мама, она до сих пор не вернулась домой. Папа говорит, чтобы я больше не ждал. Но почему? Ведь мама когда-нибудь вернется. Мы с Йоргеном очень много работаем. И чудно. Думаю, ты не пожалеешь. Вот, спасибо. Мне это очень пригодится. Нет, нет. То есть иногда, да? Просто временами мне бывает не... А потом не успеешь опомниться, а запасы закончились. Ага, у нее можно стрелковым оружием поучиться. А, так ты это ж ты с алхимией, девочка. Все, вопросов нет. Ладно. Тут такие, спасибо. Тюма мама все время.
не со мной. Так. Мы что, в прятки играем? Так, и эти я навряд ли украду. Да, надо стараться всегда обокрасть сундук до того момента, когда она зайдет на второй этаж. Так, а это, видимо, второй этаж. Хорошо. Так, это, короче, с этой стороны. Эти домики я обошел. Ага, ага, ага. Понял, что понял. Тебе нужно? Так, вот это, по-моему, последний, да? Или сопилка. Все. Вот и весь город. Вот и весь городок. Ух ты, как они запрятали ее, а? Как они ее запрятали. Тихий, спокойный город. Морфол раньше был тихим местом. Да так, знаешь ли, стражники меня не взяли, как я не просил. Так что перебиваюсь, чем при... Ясно, дружище. Ну, удачи. Злой, а? Ищешь работенку? Это правда. Но теперь у меня новый. Говорят, твой дом сгорел дотла. Да, это очень печально. А ж, как же жена и дитё? Мама обо мне заботится, а я забочусь о ней. Угу. Ты хочешь говорить со мной? После всего... Если ты не насчет лесопилки, то я занят. Дел по горло. Мир сходит с ума, прячется. Тебя что-то огорчает? А с чего? Она никогда... Ты доверяешь Ярлу? Позволила этому колдуну Фалиону поселиться с... А теперь еще восстание? Нет, полагаться можно только на себя. Заруби себе на нас. Ну вот дом недавно сгорел. И вот... А еще эти странные звуки с болот по ночам. Слухи... Что же делать человеку, если он не может обратиться к Ярлу за защитой? Ну да, вопрос. Руки при себе. Так, последняя хижина. Временами я теряюсь. Не понимаю толком, куда иду, и я... Так, эликсир магии, эликсир магии. Так, ладно, ребятки, что могу сказать? Город мы осмотрели. Интересные руины. Но я все-таки предлагаю... выяснить, что же это за интересный случай пожара.
Так, ладно. Красотулька, красотулька, ты готова? Красотулька. Красотулька, красотулька. Так, ребятки, ну что я могу вам сказать, как говорится? Временами я теряюсь. Привет, хочешь со мной поиграть? Во что? Что, правда? Здорово. Тогда выбирай, салочки или прятки. Давай прятки. Я все лучшие места знаю, я тебя в раз обыграю. Стой тут и считай до 10. Только чур не подглядывать, ладно? Давай, начали. Прикольно. Так, ну хоть и скрытость у меня прокачана. Кстати, что у меня по скрытости и по стрельбе? Соточка и то, и то. Скрытость 100, можно легенду сделать, но пока не буду, ребят, очкую, честно скажу. И стрельба соточка, тоже перки скинуть, да? Ладно. Так, пацанчик, побежал. Ну пойдемте, типа его найдем. Вон, побежал. Доброго дня. Я лучший воин Морфола, и это не хвастовство. Так, подожди, я с тобой сейчас побазарю. Пацана найду. И побазарю. Так, а куда ж он сныкался? Блять, что-то я на этого отвлекся и пацана походу прое. Ну вы поняли. Так. Где ж она? Где-то вон. Ты часом не сможешь зачаровать мой меч? Лезвие такое тупое, что и масло не разбежит. Короче, задание я вечно рыщут, чем бы поживиться. Выполнил. Это нахера я? Не то, короче, украл, конечно же. Стой, Вася, стой. Стой. Морфол, раньше... Хочешь, докажу. Ставлю 100 золотых. А, понятно. Голыми руками завалю. Горм думает, у меня мозги на бекрень. Слух он так не скажет, но я-то знаю. Может, он прав? Так, мозги на бекрень, это ладно. Ищешь работенку? Хватай топор и наруби мне побольше дров. Ты не угадал, дружище. Так, ребятки, мне надо что-то делать с алхимией. Мне надо что-то с ней делать. А что мне с ней надо делать? А ее надо качать. Чтобы прокачать ее хорошо, мне ингредиенты нужны охренительные. Так. Кстати, вот эта херня, насколько я знаю. Я вот все вот это сейчас буду собирать, потому что, как мне кажется, мне это для алхимии очень все понадобится сейчас. Так, где наша красотулька? Где наша красотулька, которая учит нас алхимическим свойствам? Слушайте, а вот в том здании я был, я что-то, честно говоря, не помню. Городок небольшой, маленький, я бы даже сказал, это больше деревенька, а не город. Но почему-то имеет статус города.
говорит, чтобы я больше не ждал. Но почему? Ведь мама как... Кто такие эти братья Бури? И почему мама все время с ними, а не со мной? Да, жалко пацана. Чё ж поделать там? А чё ты тут поделаешь, да? Так, вот она, походу. Морсайт. Или это просто как этот... ночлежка. Иди твою обувь, отдохни. Дай мне знать, если я могу чем-нибудь предложить, мне особо не... Погляди. Так, винцо всякое. Всякое. Никогда не думала, что стану хозяйкой постоялого двора. Не поддавайся унынию, страшиться нечего. Страшиться нечего, это точно. Где алхимичка, блять? А подождите, вот это не она? В легких доспехах и ходит. Не обращай на Юрика внимания, он не сумасшедший. А, вот она, ёлки-палки, всё. Нашли красотульку, нашли. Так, девочка. Мы с Йоргеном очень много работаем. И выходных себе не устраиваем. Нам обоим нравится жить в Морфоле. Понятное дело. Так, пока ты, девочка, хлопаешь ушами. Слушайте, вот у меня этих шкур уже... овер дохерища. Я, честно говоря, уже подумываю их нахуй... извините. Короче, выкинуть. А, так значит, ты алхимик. Типа того, девочка. Алхимик еще и какой. Так. На тебя, короче, вот эти все свитки нахер. Давай мне вот это вот все твое. А, это мое. Сорян, ребят, это мое. Это мое, и это мне пока все нужно. Ух ты. Смертельный яд паралича, вот эта вещь. Так, а у тебя, кстати, моя красотулька, есть яд паралича вирулентный? Блять, 1000 ты хочешь, а? А, вот слабый яд паралича есть. Наверняка заберу. Тебе еще меня алхимии обучать, красотулька моя. Вот, посмотрите, сколько у нее всего. Так, и сейчас я вот это все начинаю покупать. И обратите внимание, я сейчас могу тупо... Так, 10 щепоток огненной соли. Кстати, если я сейчас вот эту всю херню куплю, я все вот эти задания сейчас могу повыполнять. Если что. Так. Ладно. Ладно, ладно. Стой. Стой, красотулька моя. Мне надо еще от тебя много всего. Но видите, при обновлении все-таки не такой уж у нее охерительный инвентарь, а паралича нету. То есть то, что мы купили, оно спавнится как минимум не всегда. Как минимум не всегда. Ну что? Меня не видят. Да. Подметай.
Так, это пока красть нельзя, она меня видит. Зараза такая. Ладно. Отдыхай пока. Так, вот насчет алхимии. Яд паралича, да, бесовский гриб. Ингредиенты. Тут, короче, надо искать. Тут, короче, надо искать. Я, честно говоря, сейчас буду вспоминать, ребят. Буду вспоминать, какие я помню рецепты. А какие нет? Вот, допустим, по здоровью. Вот этот голубой горноцвет. Говноверт, чуть не сказал. И у меня есть. Так. Крыло бабочки. И вот, пожалуйста, здоровье. Вот видите, сразу бац. Так. Бородатый мох. А ну, есть у меня бородатый мох? Вот, пожалуйста, бородатый мох. И крыло синей бабочки. И тоже. Это самое. Эффекты здоровья. Зелень неизвестный эффект. Ага, то есть если у меня неудача, то, короче говоря, я просто теряю ингредиенты, да? Хорошо. Палец великана и бородатый мох. Сука, которого у меня уже нет. Ладно. Так, а у меня есть что-нибудь, допустим, ягоды можжевельника и нет, пока нету. Мне еще нужен был морской желудь. Так, ползучая роза, красный горноцвет. Ну вот, пожалуйста. Есть такая херня. Так, смотрим дальше. Жемчужина. Связка чеснока. И соль, да? Ой, как хорошо. Так, а если взять... Death Bell. Интересно, как переводится Death Bell? Яйцо. И лиловый горноцвет. Хрен там плавал. Так, ну ладно. А лаванда есть у меня? Чеснок бы у меня, но чеснока, к сожалению, нет. Пчела. Даже так.
Мора Топинелла. Это что такое? Это вот если с пчелой, короче. Если это чисто с пчелой смешать, получится вот такая вот хрень. Так, ладно. А мухомор у меня есть? Неа. А снежные ягоды есть. А ветка чертополоха есть? Есть, и снежные ягоды есть, да? О, как хорошо. Еще один наш рецепт. Так, светящаяся пыль. Снежные ягоды. Еще один эффект. Ляпота. Просто ляпота. Так, а яйцо коруса. Нет, это куриное. А морские желуди. Так, я, по-моему, уже спрашивал, да? Как раз куриное яйцо, а морские желуди. Но, видимо, не в этот раз. Так, бородатый мох есть? Наверное, нет, к сожалению. А крыло бабочки, по-моему, есть. Крыло бабочки. Крыло бабочки, крыло бабочки. Крыло бабочки тоже. Да, ребят, я же когда первый раз проходил, я же записывал рецепты. Вот сейчас уже по своим записям потихонечку вспоминаю. Так, голубой горный цвет пшеницы мне бы взять, но то ладно. Крыло лунного мотылька тоже, где бы его взять? Ну, честно говоря, не ахти я прокачался, чтобы прям пипец. Нихера себе, у меня перегруз. Вот это да. Так, надо красотульки нашей что-нибудь попродавать. Честно говоря, я даже не пойму, почему у меня перегруз. Где она, блядь? Куда она ушла? Ёлки-палки, а. Так, надо зелье лечения сейчас поотдавать пока. Конечно, я могу нести много снаряжения. Кто бы сомневался, девочка. Так, забирай. Пойдем. Да подожди ты, девочка, нихера еще не готова. Нихера еще не готова, не готова. Бедный дракошка валяется тут и валяется. Валяется, бедолага, и валяется. И валяется, и валяется. 12 часов ждем.